Александр – мастер футбольного фристайла. Начал заниматься спортивным искусством всего год назад, когда увидел несколько роликов в интернете. Но уже умеет выполнять сложные трюки. Признается, для успеха важна любая деталь. Даже обувь у него двух любимых цветов. Мне удобнее набивать, когда площадь поверхности подбива больше, чем у футзальных кроссовок. Если площадь больше, то зацепы делать проще и получаются лучше трюки. Соревнования по футбольному фристайлу проводились в Самарском районе впервые. Они были частью большого спортивного праздника. Баталии в мини-футболе, стритболе и шахматах объединили жителей самых разных возрастов, от ветеранов спорта до самых юных талантов. Мне кажется, это очень полезно, это привлекает молодежь. Посмотрите, очень много команд, молодые ребята играют в футбол. Просто приятно посмотреть, что молодежь увлекается и с удовольствием занимается спортом. В Самарском районе спортивные состязания проводятся постоянно. Площадка на набережной не пустует ни одного дня. Как обещают представители администрации, расписание соревнований в ближайшие 2 месяца не изменится. Держать горожан в тонусе будут до середины осени. По-настоящему мы хотим, чтобы Самарский район стал территорией спорта, жемчужиной спортивной города. В нашем распоряжении потрясающая спортивная площадка на берегу Волги. Сами можете видеть, насколько здесь отличные условия, свежий воздух, речной. Очень много народу привлекает. Атмосфера на празднике настолько приятная, что и я проникся спортивным духом. Правда, футбольный фристайл я еще освоил не до конца. Но Александр обещал, что он меня всему научит. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.